Всем привет! С вами Елена Дубровченко. Этот урок посвящен глаголам verbs. Regular verbs – это правильные глаголы. Что такое правильные глаголы? Правильные глаголы – это глаголы, прошедшее время у которых мы будем образовывать по правилам. Мы будем прибавлять ed. В этом уроке вы познакомитесь с наиболее употребительными глаголами. Пожалуйста, не забывайте повторять слова за мной. Answer. Отвечать. Answer. Arrive. Прибывать. Приезжать. Arrive. Ask. Спрашивать. Ask. Call. Звать. Call. Carry. Нести. Carry. Clap. Хлопать. Clap. Clean. Убирать. Clean. Close. Закрывать. Close. Cry. Плакать. Cry. Dance. Танцевать. Dance. Drop. Уронить. Drop. Finish. Заканчивать. Finish. Hate. Ненавидеть. Hate. Help. Помогать. Help. Jump. Прыгать. Jump. Kiss. Целовать. Kiss. Laugh. Смеяться. Laugh. Like. Любить. Like. Listen. Слушать. Listen. Live. Жить. Live. Look. Смотреть. Look. Love. Любить. Love. Marry. Жениться или выходить замуж. Marry. В следующем уроке мы продолжим изучать глаголы. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если вы еще не подписались, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Спасибо за просмотр!